сегодня в ресторан вечером вчера. Сказали с юморком и с этикетом, что, говорят, киснет водка, выдохлась икра, и что у них за столом там сидит ученый паракет. И многих помня с водкой пополам, и разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столу и отзывался, если отвлекать. Вот он, надменный, словно Ришелье, как благородный папа в старом скетче. Но это был директор ателье, и это не был засекреченный ракетч. Со мной гитара, струны к ней в запас, и я гордился тем, что тоже в моде. К науке тяга сильная сейчас, но и к гитаре тяга есть в народе. Я ахнул залпом и разбил бокал, мгновенно мне гитару дали в руки. Я три своих аккорда перебрал, запел и запел от любви к науке. Я пел и думал, вот икра стоит, а говорят, киты не стало в реках, а мой ракетчик где-нибудь сидит и мыслит в миллионах и в парсеках. Я обнимаю женщину в колье, сделав вид, что хочет в песни вшиться. Задумался директор Адрия о том, что завтра скажет сослуживец. Он предложил мне позже на дому, успев включить магнитофон в портфеле. Говорит, давай дружить домами. Я ему сказал, давай, мой дом, твой дом, модель. И я нарочно разорвал струну и утаил, что есть запас в кармане. Сказал, привет, зайти не примену, в другой раз, если будет марсианин. Я шел домой под утро, как старик, мне под ноги катились дети с горки. И аккуратный первый ученик шел в школу получать свои пятерки. Ну что ж, мне по делам, не по делам, лишь первые пятерки получаю. Не стоит подходить к чужим столам и отзываться, если это не так.